Да. Очень интересно, как наши люди ждут августа, да? Каждый смотрит в зомбоящик, либо в интернете, что случилось. А, там авария небольшая. Нет, это не то. Это там самолет немножко накренился, по-моему, 2 человека всего погибло, это не то. Ну что же еще, еще. И вот, вот это общественное ожидание постоянное, что ну что же там еще, ну дайте еще что-нибудь. А когда вдруг это заканчивается, ну какое-то разочарование. Надо, чтобы катастрофы были большие, чтобы это все гремело, громыхало, чтобы там были сотни тысяч трупов. Да? Вот нас сколько сейчас информационное поле испортило людей. Превратили август прям буквально... какой-то фитиш. И все ждут катастроф, просто ждут. И от этого магнетизма и вода пошла прям большим потоком, залила весь этот Дальний Восток.